Привет всем! Ну вот, я хочу спечь вафли и хочу поделиться с вами, как я пеку вафли. Вот у меня такая вафельница, вот. Видите? Она уже у меня давно, лет 15. И я сейчас хочу спечь вафли и поделиться с вами своим рецептом. Так, что для этого надо? Я взяла 4 яичка. Растопленное сливочное масло, пачку, это где-то 180 грамм тут было, сметану, стакан сахара и муки. Ну, муки тут, ну, 250 грамм. Так, что мы делаем? Так, сахар всыпаем в яички и размешиваем. Ну, такой очень быстрый рецепт. Размешиваем. И теперь добавляем сметану. Сметану я поставлю где-то, ну, 3 ложки у меня тут выйдет. 3 ложки поставлю. Так, и опять все смешиваем. Теперь я волью сливочное растопленное масло и помешиваю. Вот. Вот такой очень быстрый рецепт. И теперь муку. Так, муку по чуть-чуть я буду ложить. Тесто такое должно быть, как сметана такая, даже чуть-чуть, я не знаю, попуще, так. Вот. И все хорошо смешать. Так, ну вот, тесто мы размешали. Я забыла вам сказать, как начинаете тесто замешивать. Я сразу надо включить, чтобы нагрелась вафельница. Так, и я ставлю, тут есть такие циферки, я всегда ставлю на 4. Вот. И теперь ложкой ложить тесто. И вот. И чуть-чуть так придерживать, чтобы они распределились по всей. И вот так делать вафельки. Ну вот, у меня есть вот такая вот, закручивать вафельки. Я сейчас вам покажу, одну я закрутила, вот как выходит, видите, красиво. Вот. Выбираем. Закручиваем. Чуть-чуть пускай постоит, пока не стоит, мы опять ставим жариться. Вот. А этот вот застыл, выбираем, вот такие выходят трубочки. Вот тут, конечно, можно заполнять, чем вы уже хотите, кто сгущенкой, кто сливками, кто мороженым. Ну, у меня и так скушают. Вот они получаются хрущавые, видите, этот уже остыл. Вот, хрущавый такой. Так что делайте тоже вафельки. Ну вот, кому нравится мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада. Ну а с вами, как всегда, Сармуля. Пеките всем. Пока.